Через COVID-19 українці довгий час вимушено лишалися вдома. Страшно, звісно, понятне діло, тому як-то сиділи вдома і нікуди не виходили. У смартфоні чи ноутбуці, за інформацією провайдерів, через карантин користувачі все більше часу проводять в інтернеті. Нагрузка на сеть більше, звісно. Людей паніка, якщо немає інтернету. Це й не дивно. Багато хто працює онлайн. До того ж, тривала самоізоляція спонукає людей проводити дозвілля в мережі. То починає читати ленту новостей. Заходит в социальные сети, ищет поддержку там. Потом он смотрит, начинает общаться с друзьями по видеочатам и так далее. А тут недалеко и до виртуальной зависимости попереджают психологи. Ну, он сидит, и у него забрать этот гаджет, и это вызывает у него агрессия, массу каких-то неприятных эмоций, переживаний, истерики. Тогда можно говорить о том, что это ближе, человек склонен к зависимости. Аби не затягнуло, треба періодично відволікатися від комп'ютера. Важно делать перерыв, там хотя бы тоже те же перерывы на какую-то чашку кофе, как есть на работе, брейк-кавы, да, или там заняться какой-то физической разминкой хотя бы на 15 минут, что это тоже будет отвлекать. Зіпсований зір, хвороби хребта, тривалий час за гаджетом може нашкодити здоров'ю, попереджають медики. Длительное сидение перед компьютером влияет на зрение и появляется такой как синдром сухого глаза, когда человек не мигая долго смотрит монитор, плюс просто встает зрительный аппарат. Со стороны спины и шеи тоже идет перегрузка. Постоянно в одном движении. Это грозит ранними остеохондрозами. Тож знаходьте час для живого спілкування навіть у карантин. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».